Самарский кандидат в мастера спорта под тхэквондо Иван Шатохин готов в третий раз стать чемпионом страны. В его послужном списке еще 2 серебряные медали на чемпионате мира. Спортсмен убежден, родные стены Дворца спорта помогут ему в борьбе за место не только на пьедестале почета, но и за место в национальной сборной. А там есть шанс с третьей попытки стать лучшим тхэквондистом в мире. Впервые на тренировке Иван Шатохин пришел в 5 лет. Отец отдал, по его стопам пошел. И тренируюсь до сих пор и выступаю. Он не титулованный, раньше все было совершенно по-другому. Это сейчас тут чемпионаты России, мира. Раньше такого не было. Раньше по-другому дрались. Для меня победа – это больше для себя, больше к себе. Я трачу время, готовлюсь на это, подготовку. И просто так я не могу проигрывать и здесь, только выигрывать. Сборная Самарской области выставила на чемпионат и первенство России порядка 80 тхэквондистов. Возраст спортсменов от 11 до 34 лет. Это юниоры и взрослые. По уровню мастерства от кандидатов в мастера спорта до мастеров спорта международного класса. Они должны показать свой максимальный результат и создать достойную конкуренцию другим регионам. Поэтому им есть куда стремиться. Очень долго ребята простаивали из-за пандемии, плюс еще за политической ситуации, что российскую сборную не допускали. А сейчас, как уже сказал наш президент, нас допустят на первенство мира, и там покажем максимум, к чему готовились. 33-й чемпионат и 30-е первенство России по тхэквондо ИТФ принимает Самарский дворец спорта имени Владимира Высоцкого. За места на пьедестале почета сражаются 39 региональных сборных. На татами выйдут побеждать более 1000 спортсменов. Ну, всегда накал страстей высокий. Все-таки эти соревнования являются отборочными к чемпионату мира. И при сегодняшней ситуации международной, это очень здорово, у ребят стимул поехать на чемпионат мира и выступить под флагом российским и с гимном. Самарские спортсмены всегда были известны своими результатами, еще начиная с 90-х годов. Самарские спортсмены, ребята попадут и в этот раз в состав сборной команды России, как всегда это обычно и бывало в предыдущие годы. В Самарской области тхэквондо год от года набирает все большую популярность. Поэтому не случайно всероссийские соревнования по этому виду спорта проходят в 63-м регионе. Особое внимание уделяется правительством и губернаторам развитию новых видов спорта, современных. Вот тхэквондо входит в их число, прогрессивно развивается. Все больше и больше участников спортивных соревнований различного уровня участвуют в соревнованиях региона и всероссийских мероприятиях. Победители чемпионата и первенства России получат путевку на чемпионат и первенство мира. Турнир пройдет в августе в Астане, Казахстан. У спортсменов Самарской области есть все шансы поехать защищать честь региона и страны на эти международные соревнования. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.